Здравствуйте, доктор! Здравствуйте. Сегодня про болезнь, которая называется коклюш, обсуждать будем очень необычную тему. Итак, читаю. Слышала какую-то странную версию о том, что при коклюше полезно летать на самолете. Есть ли какие-то логические объяснения этому, или же это кто-то что-то перепутал? Вот это интересно. Когда лично я заведовал коклюшным отделением областной инфекционной больницы, то я постоянно сталкивался с тем, что бабушки, дедушки и прабабушки настоятельно просили меня организовать полет ребенка на самолете. Дескать, это приведет к мгновенному выздоровлению. Ну, доктор... Мы как-то привыкли к тому, что когда речь идет о бабушкиных способах лечения, то это способы лечения далекие от современности. Это какие-то травки, какие-то древние методы. И вдруг оказывается, что полеты на самолете – это эффективный народный способ лечения коклюша. На самом деле ситуация тут обстоит следующим образом. Дело в том, что при коклюше возникает очень интенсивное раздражение кошлевого центра в мозгах. Этого я не знала. То есть, условно говоря, на определенном этапе, после окончания острого периода болезни, кашель при коклюше, он как бы уже не из-за легких, а из-за головы. И оказывается, любая эмоциональная нагрузка на ребенка приводит к тому, что он не кашляет. Вот, кстати, очень часто обращаешь на это внимание, приходят люди на прием к доктору с ребенком, который дома кашляет постоянно, и стоит ему зайти в кабинет к доктору, он перестает кашлять. То есть он отвлекается. И, кстати, это один из вариантов, как правильно поставить диагноз. Дома кашляет, а в кабинете у доктора не кашляет. Скорее всего, это именно коклюш. Поскольку если астма или бронхит, так кашлять будет везде. Именно поэтому самолет, полет на котором является для ребенка мощным эмоциональным стрессом, очень часто приводит к тому, что дети какое-то время не кашляют. Но поверьте мне, отвлечь ребенка можно и куклой, и новым конструктором, и походом в зоопарк. А я-то думал. Поэтому, если у вас нет возможности летать на самолете, то поверьте, зоопарк и новая игрушка не менее эффективный способ лечения коклюша, чем все самолеты вместе взятые. Всем доброго, не болейте. До свидания, доктор.